За мить в комплексі «Спортлайф» розпочнеться молодіжний чемпіонат з боксу. Сьогодні тут зібрались найкращі спортсмени, майбутні чемпіони України. Турнір проходить за підтримки компанії «Березняки Житлобуд». Насолоджуйтесь видовищним спортом разом з телеканалом «Здорова Україна». Усі поєдинки проходили у надзвичайно динамічній, рівній та запеклій боротьбі. Сім пар боксерів продемонстрували неймовірну витримку, уміння тримати удари, атакувати суперника, шалену волю до перемоги. З таким потенціалом на український бокс чекає велике майбутнє. Это бокс, это бокс, это спорт, стальные нервы. Если овладел ударом в этой партии, ты первый, это жизнь. Жизнь моя, это улица и двор. Если ты втянулся в свору, тебе не страшен грозный спор. Это бокс, это спорт, стальные нервы. Если овладел ударом в этой партии, ты первый, это жизнь. Жизнь моя, это улица и двор. Если ты втянулся в свору, тебе не страшен грозный спор. Работая сквозь капли пота, у него одна забота, как бы стать непобедимым этого нового года. Рокотом удары топотом сопровождает фанаты. Удары, как из автомата, и соперник на маты. А мозговые платы плавятся, фотоаппараты. В атаку без страха идет парень. Рубаха поставит шаг в игре. Он весь во мне, с ними наравне. Лучше убегай, беги, здесь бой первой лиги. Дика, он парень дикий, он слышит только стоны, крики. И он на пике воспринимает все штыки. Більш гарячими і запеклими були жіночі бої. Дівчата показали високий рівень майстерності і боротьби у ринзі. Немає значення, скільки тобі років, вважає спортсменка. Головне багато тренуватися і вперто йти до поставленої мети. Спортом я займаюся все життя. По боксу я була призеркою Кубку України, також я приймала участь в чемпіонаті України і є переможницею міжнародного турніру Демянова. Якщо у вас є ціль, треба завжди до неї йти і неважливо, там, які будуть перешкоди, головне, що ви знаєте, що ви хочете. Это бокс, это бокс, это спорт, стальные нервы. Если овладел ударом в этой партии, ты первый, это жизнь. Жизнь моя, это улица и двор. Если ты втянулся в свору, тебе не страшен грозный спор. Это бокс, это спорт, стальные нервы. Если овладел ударом в этой партии, ты первый, это жизнь. Жизнь моя, это улица и двор. Если ты втянулся в свору, тебе не страшен грозный спор. Дата проведення чемпіонату вибрана не випадково. Молодіжний турнір присвячено Дню міста Києва. Свято боксу подарувала усім глядачам і вболівальникам будівельно-інвестиційна компанія «Березняки Житлобуд». Я занимаюсь боксом как бы любительского уровня, поэтому большая часть, к сожалению, занимает работа. Мы награждали обоих соперников, спарринг-партнеров. Вот, да. Значит, был один приз, это были перчатки хорошие, тайтловские, фирменные, вот, международного уровня. Бокс – это не драка, бокс – это обмен опытом и знаниями с помощью ударов.